Серийный угонщик задержан саратовскими полицейскими. С начала мая в областном центре угнали уже 6 газелей. Преступник не гнушался и кражей ценных вещей из тех автомобилей, которые ему не удавалось завести. 38-летнего подозреваемого задержали, когда он сидел за рулем очередной газели. Мужчина, уже судимый за угон, попытался скрыться от сотрудников ГИБДД, но был задержан в районе ВСО. Ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Ведется следствие. Расскажи, за что задержан сегодня? За угон автомашины. А раньше ты угонял машину какие-то, да? За это был судим раньше, да? Да. А почему вот именно газель? Не было включения на других машинах.